Добрый вечер. Выники минулых 7 дзён у программе «Новины тыдня» на телеканале «Беларусь-4». У студии працую Наталья Игнатенко. Глядите у выпуску. На Гомельщине до службовых обовязков приступили новые кіраўнікі. Старшыня аблвыканкама Владимир Дворник провел прямую телефонную линию. Гомельская область перавыканала задание по стварэнні новых рабочих месцаў. На Гомельщине распачаўся марафон святочных ранішнікаў и премьер. А зараз об гэтым іншым больш падрабязна. Президент Беларуси Александр Лукашенко на гэтым тыдні разгледзеў кадровое пытанне. У прыватнасці, кіраўнік дзяржавы даў згоду на назначэнне намеснікам старшыні гомельскага аблвыканкама Андрэя Конюшкі. Раней ён працаваў на пасадзе першага намесніка старшыні камітэта эканомікі. Алена Паўлечка ўзначаліць мазырскі райвыканкам. Дагэтуль яна працавала першым намеснікам старшыні, начальнікам управлення сельскай гаспадаркі і харчавання. І намеснік старшыні жлобінскага райвыканкама Ігар Аслюк назначаны старшынёй чачэрскага райвыканкама. Старшыня гомельскага аблвыканкама Владимир Дворник провел прямую телефонную линию с жыхарамі в области. Нагадаем, что такая практика у Беларуси існуе с початку минулого года. Основная задача линии – повышение эффективности работы со зворотами громадян, выкоронение фактов бюрократизму, а так само оперативное вырашение пытанняў, якія узникают у насельництва. С якими проблемами на гэты раз звертались до кіраўніка региона, ведая Олег Сенцероу. Это третья прямая телефонная линия с жыхарамі региона, которую сёлета провел старшыня областного выканаўчага комитета. Подчас двух попередних поступило около 60 звонков, 23 звороты вырашены становча, еще 40 сняты с контролю после проведения тлумачальной работы. 32 звонки на протягу 3 годин. После завершения прямой телефонной линии Владимир Дворник отзначит, все звороты носили конструктивный характер. Люди телефоновали по питаниях, которые заявляются для их сапраўды актуальными. Жыхарку Светлогорска цікавіць, коли у доме 1967 года побудовы у рэшце будет зроблены капитальный ремонт. У больш новых домах, которые находятся побач, его давно провели, а про гэты нібыта позабыліся. Старшыня аблвыканкама обещает разобраться. Эта очередь выстроена и имеется в каждом районе. Вывешено на коридорах, там, где жилищное коммунальное хозяйство или же структура у исполкоме, которая занимается этой работой. Поэтому вы посмотрите. И не дай бог, там кто-то что-то меняет. Такого нет и не должно быть. Еще одно питание. Тычется газификации вёсок. На забруженных территориях эта работа проведена. Иншим населенным пунктам пошанцевало меньше. Проблема не такая простая, как сдается. Причем справа не только у наявности финансовых сродков. После завершения будовництва белорусской атомной станции упор будет робиться на выкористание у жилых домах не газового обсталевания, а установку электрокотлов. На более масштабно и быстро осуществится, потому что представляете, сети сегодня подведены к каждому населенному пункту, все есть. Может, только внутренние какие-то вот эти разводки, которые не будут позволять по силовым параметрам удержать это, будут меняться. Все равно будет происходить так гораздо быстрее. И энергетики у нас, они более такие организованные, электро. Звонок з вёскі Галавінцы Гомельскага района за разраду тых, калі вырашэнне не патрабуе значных фінансавых затрат. У сям'і Аўсянікавых сёння выхоўваецца 5 дзяцей, трое ўласных і двое прыёмных. Умовы пражывання знаходзяцца на пастаянным кантролі сельскага савета і службаў міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Нейкіх заўваг ніколі не было, але цяпер гаспадыня патэлефанавала на прамую лінію сама. Падчас рамонту тут знялі пажарныя апавяшчальнікі. Цяпер іх неабходна паставіць зноў, толькі вось зрабіць гэта самастойна ў сям'і ніхто не бярэцца. Урэшце размова ідзе без спецы дзяцей. Супрацоўнік МНС прыязджае недзе праз 1,5 гадзіны пасля звароту на прамую лінію. Апавяшчальнікі аказваюцца ў рабочым стане і хутка займаюць свае месцы ва ўсіх пакоях. Ты делала ремонт, паснімала іх, они былі ўстаноўлены. Вот, прыязджала і праверка вот недавно к нам з исполкома. Всё работало, но я сейчас волнуюсь, уже 5 дзяцей, дом большой. Вот, паснімала, і как іх правильно ўстанавіць, і в рабочым ли они состоянии. Вот, хотелось бы это узнать. Вот. И я так позвонила неожиданно, и тут отреагировали так быстро, все приехали. Так что спасибо большое. Даже неожиданно.
Разом со старшиней облвыконкома на прямой телефонной линии керовники справ районных выконавчих комитетов, а так само областных комитетов и управлений. Это дает возможность оперативно реагировать на все звонки и при необходимости брать огученную проблему на контроль. Раз 3 часа проведения телефонной линии Владимир Дворник подводит выники и еще раз нагадывает, необходимо быть в постоянном контакте с людьми, тогда и проблем будет меньше. Конечно, вот эта работа, которую мы с вами проводим, это ваша заслуга, что нет людей таких озлобленных. То есть работаете с людьми, но снимайте, чтобы этих обращений было намного меньше. Мы там сдвинулись с вами в лучшую сторону среди рейтинга в областях. Ну, давайте еще двигаться. Пока мы там еще не в лидерах, но движение идет. Если нет вопросов, тогда спасибо, успехов всем. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, далее радиокомпания «Гомель». Амаль 5000 новых рабочих месцев створено сёлета в Гомельской области. Это на 1400 больше, чем планировалось. У целом по Беларуси задание так само перевыконано. 54 тысячи замест 50. Об гэтых и інших новинах экономичного життя у огляде Марины Северьяновой. Досягнуть такого показчика было непросто, але задача на 2017 еще больше складаная. Только у нашем регионе треба будет основать еще 7 тысяч новых рабочих мест. Серед предприемств, которые по выниках этого года с заданием справились наибольш поспехово, Сантекс и Мазырский нафтоперепроцовший заводы, фабрики Спартак и Добрушская паперовая, товариство Мультипак. До речи, зараз на Гомельщине официально беспрацовных каля 6 тысяч человек. Усяго с початку года за допомогой у працоулаткования звернулися каля 40 тысяч жыхароў региона. Зараз усе организации, где з'являются вакансии, повинны робить запыты во управление по праце, занятости и социальной обороне и брать у штат и тых, кто стоит на улику и мая подыходящую специальность. Зарабить их это треба не больше, чем про 5 дён с момента з'явления свободного рабочего места. Вакансия, если она есть, она должна сразу же заявляться в службу занятости. У нас должен быть равный доступ для всех. И работников, которые работают на предприятии, и безработных, ну и различных категорий граждан. До інших тем. Генеральный план социально-экономичного развития Гомеля скорректированы на период до 2025 года. Отповедный указ на гэтым тыдні подписал президент Беларуси. У приватности плануется поширить вытворчую зону и удосконалить сферу обслуговывания. На свободных территориях протягнется будовництво социально запотребованного жилья. Новые жилые комплексы появятся у тым лику и там, где будут сноситься старые приватные и малоповерховые дамы. У протяг будовничей темы. Прикладно 1000 арендных квартир побудуют у наступном годе на Гомельщине. Это на 50% больше, чем сёлета. Новые дамы з'явятся у Гомеля, Мазыры, Речицы, Светлогорску, Рахачове, Житковичах и Добрушим. Увогуле у регионе вырашили изменить стратегию планования будовництва арендного жилья. Так райвыканкамы проводят опытание серед громадян, которые стоят у чарзе на поляпшение жилевых умов. На основе отриманных звестак и формируются проекты забудовли. Дякуючи арендным кватерам вырашается шэраг задач. По-перше, многие семьи могут полепшить жилевые умовы. А кроме того, молодые специалисты больше охотно поедут на працу у районы. И еще один аргумент. Гроши, отриманные у якости арендной платы, держава может тратить на будовництво новых домов. А для тех, кто все ж таки планует обзавестись уласными квадратными метрами, в Беларуси распрацована система жилевых будовничих сбережений. Вот уже 10 годов таким способом поляпшения жилевых умов всем жадающим допомагает скористаться Беларусьбанк. Спочатку покупник самостоятельно вызначает сумму, необходимую на будовництво квартиры. За период от 19 месяцев до 7 годов назапашивая на банковском депозите прикладно четверть от яе. Уклад отзывный предугледжвая штомесячную капитализацию процентов. А потом банк на остатнюю сумму выдает кредит. Его процент – ставка рефинансования и плюс еще один пункт. Зараз это 19% годовых. По звычайным будовничьим кредите эта лишба превышает 22%. Кредит выдается сроком на 20 лет. Значит, уплата процентов идет равномерными взносами, что позволяет снизить финансовую нагрузку на бюджет семьи. Корыстаться такой системой может любой громадянин Беларуси, независимо от того, тимай он потребу у поляпшения жилевых умов. А кроме того, побудовать квартиру можно у любым населенным пункте краины. Марина Северьянова, телерадиокомпания «Гомель». Перадсвяточные дни – это час, когда многие рыхтуют и отправляют подарунки. Послуги пошты становятся вельми запотребованными. Як будут працевать отделения у святочные дни? Як отправить лист Деду Морозу и принять удел у доброчинной акции? Нашему корреспонденту Ганне Ковалевой расповела директор гомельского филиала РУП «Белпошта» Галина Тярещенко.
Галина Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Что ж, вот 2016 подходит к концу. Скажите, какие новшества появились в работе почты Гомельщины в этом году? Пожалуй, одним из самых значимых явлений этого года стало строительство и открытие нового отделения связи в Кленковском микрорайоне города Гомеля. Это большое отделение, состоящее из двух залов, которое обеспечивает теперь потребности жителей этого микрорайона. Если говорить о наших технологических новшествах, я бы отметила, что именно в этом году наконец-то в полную силу заработала наша услуга выдачи пенсий, пособий и денежных переводов в любом отделении связи республики, независимо от места назначения этих выплат. Но еще можно было бы отметить и такую услугу, как доставка внутренней ускоренной почты в пределах города в течение 3-4 часов. Галина Анатольевна, вот в это время многие предприятия, организации становятся инициаторами благотворительных акций. Вот почтовая служба планирует, может быть, готовит что-то похожее? Во-первых, это наша благотворительная и хорошо зарекомендовавшая себя акция «Марафон добра», когда мы предлагаем нашим клиентам приобрести для воспитанников детских домов конверт первого класса или купить детский журнал. Конверты первого класса и журналы передаются в детские дома, и детки могут написать письма своим родителям, потенциальным усыновителям или даже, быть может быть, Деду Морозу. Ну вот, насколько я знаю, в прошлом году посетители почтовых отделений внесли какие-то свои коррективы, да, в эту акцию, стали покупать не только конверты, да, но и другие вещи. Да, совершенно верно. И в этом году тоже прослеживается та же тенденция. То есть есть много желающих, которые хотят купить для деток карандаши, альбомы, какие-то другие товары. Кроме того, в этом году мы постарались расширить эту акцию. Мы предлагаем нашим посетителям написать коротенькое поздравление старичкам, которые находятся в домах престарелых Гомельской области. Это новое для нас направление, но оно потихоньку набирает обороты. Кроме того, в рамках республиканской акции наши посетители могут и выписать журнал для также воспитанников детских домов, любой детский журнал или любую детскую газету. Но это уже формат оформления подписки. Поэтому на сегодня, если есть желание у человека сделать добро, то мы всегда предоставим возможность для реализации этого. Галина Анатольевна, а вот в канун самих праздников как будет построен рабочий график почтовой службы Гомельщины? Расскажите, пожалуйста. В субботу мы будем работать в обычном режиме, то есть на один час короче. В воскресенье будет работать дежурное отделение связи 44-е на Курчатова 2. Оно будет работать с 10 утра до часу дня. А вообще, насколько почта загружена в этот период времени? Очень загружена, очень. Мы доставляем и вручаем огромное количество писем, поздравлений, огромное количество посылок. Немаловажным является и тот факт, что в конце ноября прошла так называемая «Черная пятница», в том числе в китайских интернет-магазинах, поэтому у нас идет огромный поток входящих отправлений. Сейчас, наверное, главный получатель писем – это Дед Мороз. Скажите, вообще начали уже отправлять ему письма? Да, письма Деду Морозу идут полным ходом. Вот из интереса мы связались с резиденцией Деда Мороза и уточнили, что в день он получает до 500 писем со всей Республики Беларусь. За сезон это выходит до 20 тысяч подобных писем. Также хочется отметить, что Белпочта имеет прямую связь с Дедом Морозом, и именно через нас он отправляет свои подарки. Поэтому если мамы и папы хотят, чтобы их ребенок получил особенный подарок от Деда Мороза с символом наступающего года, то им достаточно обратиться в любое отделение связи, попросить об этом, и в преддверии новогодних праздников почтальон вручит лично в руки ребенку эту маленькую посылочку. Ну, предположим, ребенок написал письмо Деду Морозу, вложил его в конверт, ну вот адрес не указал. Скажите, такое письмо найдет своего получателя или нет? Вообще, в любой другой ситуации вопрос доставки письма без адреса, конечно, сами понимаете, не может быть реализован. Но в отношении Деда Мороза мы делаем исключение, и все эти письма по адресу доставляются. Второй вопрос, что, конечно, они доставляются чуть позже, чем то письмо, которое на котором корректно написан адрес, потому что это все уже пойдет в ручной обработке. Но, тем не менее, пусть детки не беспокоятся, что бы они ни написали, как бы они ни подписали этот конверт. Главное, чтобы там было написано Деду Морозу, и мы его обязательно доставим. Говорят, наверное, не зря каждый сотрудник почты знает адрес Деда Мороза. Это правильно? Это так?
Да, совершенно верно. Что ж, отлично. Спасибо большое, что нашли время, ответили на наши вопросы. Мне остается только поздравить вас с наступающими праздниками, пожелать вам и вашим коллегам бесперебойной работы. Ну и чтобы, пожалуй, каждое письмо, каждая посылка обязательно находила своего получателя. Спасибо и вам. А зараз до новинок культуры. Гомельская областная филармония запустила масштабный марафон мероприемств, присвященных надыходящему 50-годовому юбилею установы. А тем часом на Гомельщине поступово распочинаются святочные ранишники. Театрально-видовищные установы рыхтуют для своих наведвальников цікавые премьерные программы. Больше подробязно об гэтых и інших подеях культурного життя региона расскажет Вероника Ворошилина. Напередодні у нашей стране отзначался День белорусского кино. Белорусские фильмы у кинотеатрах Гомельской области сегодня выкликают цікавость у глядача. С 8 соковика мужчины «Я не вернуся». Вот это кахание, «Следы апостолов», «Киндервилейский привит», «Граф у апельсинах». Нечто с гэтага белорусские кинематографисты сняли разом с коллегами из інших краин. Нечто самостойно. У гэтым годе День белорусского кино у Гомеля отзначили показом стужек режиссера Виктора Турова, якому сёлета сполнилось 80 годов. Гомельская областная филармония запустила масштабный марафон мероприемств, присвященных надыходящему 50-годовому юбилею установы. У музея истории города Гомеля открылась выстава «Музычный акцент» с коллекцией предметов интерьеру, которые отлюстровывают музычные переваги своих эпох. Все презентованные речи показывают, как музыка может присутствовать у хатнем интерьере. До того ж, на открытии выставы гомельчанам так само представили документы, которые рассказывают про историю Гомельской областной филармонии и уплыв музыки на жизнь города. Одним из проектов масштабного марафона мероприемств, присвященных надыходящему 50-годовому юбилею Гомельской областной филармонии, так само стала творчая встреча с народной артисткой Беларуси, лауреатом премии президента краины за духовное отражение, ведущим майстром сцены Галиной Павлянок. У музея фотографии города Гомеля под час душевной гутарки слухачи доведались об житевом и творчем шляху выдатной вокалистки, почули любимые творы у ее выконания. Гости вечера смогли познакомиться с фотоздымками с нагородами Галины Павлянок, представленными на специальной ставе. А тем часом у Гомельской областной универсальной библиотеки имени Ленина отбылась творчая встреча с народной артисткой Республики Беларусь Людмилой Корховой. Актриса областного драматичного театра удостоена множества узнагород, у тем лику нагрудного знака Министерства культуры Республики Беларусь за высокий профессионализм, особистый уклад у развития театрального мастерства, головного приза Белорусского союза театральных деятелей «Криштальная паулинка». Встреча с Людмилой Корховой была организована в рамках презентации нового культурно-информационного библиотечного проекта «Гомель у особах». Его головная мета – живые гутарки с ведомыми гомельчанами, чьи имены вошли в историю и зараз выкликают почути гонору и поваги. У Гомелі на гэтым тыдні прайшла масавая святочная акцыя «Запальваем ёлку разам». Яскравае маляўнічае відовішча паклала пачатак святкаванню Новага года на ўсёй тэрыторыі вобласці. 30-метровая прыгажуня з больш як 2000 штучных галін. Менавіта такой гэты Новы год сустракае галоўная ёлка Гомельшыны. Яе ўпрыгожваннем сталі 60 святлодыёдных мадэрнізаваных гірлянд і віфлеемская зорка. Асобнай увагі заслугоўвае святочнае ўпрыгожванне галоўнай плошчы Гомеля, дзіцячы казачны гарадок, імітацыя зорка неба, резиденция Деда Мороза, плюс гандлевые рады, которые будут працовать на протягу нескольких тыдняв, и шматликие малые архитектурные формы. Разом с традиционными Дедом Морозом и Снегуркой у делу запаливания святочной иллюминации приняли головный символ наступного года – вогненный певень, а так само творчие коллективы и артисты Гомеля. У першиню был организован флешмоб, у яким поудельничали больше как 500 студентов из усих высших научных установ города. Их выступление не только святкование с надыходящими святами, але и проводят года культуры. На Гомельщині поступово розпочинається марафон святочних ранішників. У Гомельським державном театрі «Лялік» відбулася прем'єра новогодньої програми «Привітання-привітання, Дід Мороз». Юних гостей чекала займальне подорожжя по казках і мультфільмах. Разом з головними персонажами свята Дідом Морозом і Снігуркою діти водили карагод вокруг пригожуні єлки, приймали удел у цікавих конкурсах, гульнях і вікторинах. Затим їх запросили на прем'єрний показ спектакля «Як на Белкіни імяніни». Артисти театра «Лялік» перенесли присутніх гостей у справжню новогоднюю казку, цікавую, познавальную и получальную. В целом, усе театрально-видовищные установы областного центра зараз рыхтуют для своих юных наведвальников премьерные новогодние программы. Про их мы будем рассказывать в информационных выпусках. Сачите за нашими новинами. Вероника Ворошилина, телерадиокомпания «Гомель». И об спорте. Баскетбольный клуб «Гомель Сож» на будущем тыдні проведе одну гульню жаночего чемпионату Беларуси. Гомельчанки завершают календарный год домашним поединком супраць гродзенской «Виктории». Гульня отбудется 21 снежня. Об інших спортивных подеях наступных 7 дзён расскажет Максим Савин.
Обласное дербі чекає аматорів хокея. Гомель і Жлобинський Металург на наступному тижні проведуть у екстралізі чемпіонату Білорусі два очні поєдинки. 22 снежня команди згуляють у Гомелі, 24-го у Жлобіні. У суботу 24 снежня мініфутбольні команди протягнуть боротьбу за Кубок країни. Відбудуться матчі 1/8 фіналу. Чотири колективи з нашого регіону згуляють на цій стадії. Представник другого дивізіону чемпіонату країни Гомельський Авангард згуляє з Аршанським Вітеном. Агрокомбінат Паудньовий з Гомельського району зустрінеться со столицей дорожником. БЧ отримав у соперники на этой стадии Борисов 900, а ВРЗ сустрінеться з новичком вышейшей лиги Брестским Аматором. У гандболистов так само зараз кубковые баталии. У пятницы у Минску мужчинская команда гандбольного клуба «Гомель» проведет другий поединок первой стадии розыгрышу Кубка Беларуси. Соперник – команда «Витязь». Максим Савин, телерадиокомпания «Гомель». Вы глядели информационный выпуск телерадиокомпании «Гомель». У студии працавала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги ожидаем вам пленного вечера. До новых встреч в эфире.